Здоровенькі були люди добрі, ви на каналі Ріна Пауэр Дальнобой зі мною, ми з вами в штаті Огайо. Їдемо по просілочній дорожці немножко, прокатимося. Я включила камеру. Огайо вже преображається, тут осінь. Проявляє свої краски в деревнях, жовті, красненькі, такі все красиво дуже. У меня сегодня среда, местное время 11:30 и 65 по Фаренгейту. Достаточно прохладненько, ну, шикарная погодка для осени, да? Золотая осень. Вот так можно характеризовать эту погоду и эту природу в Огайо. Я еду, называется городишко East Palestine. Разгрузочка сегодня, и уже мне босс нашел 35 миль отсюда загрузочку, так что работаем, катаемся, все отлично, слава Господу, что Господь не оставляет меня, благословляет на работе, это очень важно. Я планирую, что нам получится, но он так мне планирует, потому что у нас уже на пятницу есть груз, я забираю и еду на Баффало, Нью-Йорк. Поэтому нам надо возвратиться назад. Мы завтра едем в штат Индиана, разгрузочка у нас. В эту недельку мы катаемся посередине Америки, потом поедем на Ист, то есть Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Поднимемся туда. В понедельник доставочка у меня будет там, в окрестностях Баффало. Так что такие планы. Как все будет, не знаю, никогда не знаешь, но надеемся, что... Что планируем, так и будет. Я надеюсь, что у всех моих подписчиков все хорошо. Если вы впервые зашли на мой канал и вам нравится, оставайтесь со мной, будет приятно. Солнечко пробивается, красотин, ляпотин. Простая американская жизнь, проселочная дорога, нормалек. Штат Огайо он разнообразен, здесь много и больших городов, и вот такие деревеньки, как мы видим. То есть такой country living, да, типа жизнь такая вот простая, тихая, да. Всего хватает в этом штате, так же, как и каждый штат это имеет. Кому где нравится, кому-то нравится город и движуха, кому-то нравится деревня, тишина. Каждый штат имеет то и другое. Огайо не исключение. В штате Огайо всякие сезоны, все сезоны есть тоже. Это штат и лето, и зимы, и весны, и осени. Меня загрузили какими-то, ну, таким каким-то разным хламом, железо, да, ну, для меня оно смотрится как хлам, но это видно, где-то их ремонтируют, там я вижу, даже и движки мне какие-то поставили, моторы, мне кажется, они что-то себе делают, переделывают, обновляют что-то, наверное, ну, и там запчасти разные в таких чанах больших, короче, что-то везу я на переработку. Город тишины, как я всегда говорю, кладбище. Походу, старое кладбище. Вот американский город тишины здесь. Почтовая машинка разводит почту. Время почты. American lifestyle, да? Простой, удобный, американская жизнь.
простая, удобная, и ничего такого особенного нету. Живут люди, работают, наслаждаются жизнью. Здесь уже какое-то городишко, походу. Уже это заметно, да? Домик возле домика. Флажки, что вы видите, это никакой не праздник, просто американцы, они вообще любят свою страну, и они флаги. Это у них норма вещей. Возле дома вешать, на дорогах, они везде, они любят свою страну, поэтому они это отмечают в вешании флага. Проездом, поэтому мы чуть-чуть зацепливаем какую-то деревушку, прям всю ее не проезжаем, а так скользим мимо, да? Проскальзываем мимо. И вот уже опять начинается поля-то поля, соешники, ферма якась. Двухстороннее движение обычно по таких дорожках, да, туда-сюда, это проселочные дороги, здесь мало машин, поэтому они не делают много линий. Люди, которые здесь живут, практически ездят и все. Я вот удивлялась турецким дорогам, у них дороги, конечно, разбитые, никто там не влаживается ни в что. Размыло дорогу, да и размыло. Там осталось чуть-чуть асфальта где-то, ну и осталось. Никто за этим не следит и не переживает. Каждый раз. Опять-таки, это звучит, как будто я там вот Америку полю, да, но я сопоставляю жизнь американскую, как здесь за всем следят. И, например, в страну, как Турция, когда приезжаешь, это видно, вот что никто ни за что не переживает. Как есть, так и есть. Мне вчера с работы позвонили, обрадовали. Мне уже 2 месяца подряд дают бонус за то, что типа я экономно езжу. Но я езжу, ну, как езжу, да, я не знаю, что я там особенно делаю. Но походу можно и не экономно ездить, да. Расход дизеля у меня очень хороший, и они мне дали уже 2 месяца бонус за то, что я экономлю на дизеле. И вчера мне позвонил человек и сказал, что я выхожу в топ самых лучших водил, которые экономят на бензине. То есть 8 человек с компанией. У нас компания не маленькая, ну, не такая сильная уж большая, но и не сильно маленькая. Типа выхожу в топ водителей, которые экономят на дизеле. И будет хороший бонус там. То есть он говорит, что так держать, и все, ну, типа, я выхожу вверх. Мне было очень приятно, это маленькое, ну, такое ни о чем, да, вроде бы, но все равно приятно. Порассказывала мне, что нужно делать, чтобы, типа, улучшать экономию дизеля. Тоже что-то новенькое выучила вчера. И опять-таки извиняюсь за мой русский, потому что я знаю, что я говорю смешно сейчас. Я это понимаю, но я не знаю, как вам лучше сказать, правильно объяснить. Поэтому люди, которых я пишу своим акцентом и своим неправильным разговором, извините.
запланированная у меня съемочка получилась сегодня в штате Огайо. Вообще даже не планировала ничего снимать, что-то так. После отпуска еще отхожу. Отхожу от всего. Но ничего, получился еще ролик один для вас. Если не тяжело, ставьте лайки, комментируйте на какие-то адекватные вопросы. Всегда буду отвечать с удовольствием. На кукурузкой красиво, но она уже походу готовая, еще зеленая, конечно, листва, но сама кукуруза, ну, уже высыхает, она уже скоро ее будут косить. Хотя иногда в Америке смотришь, в ноябре еще косят ее. Это кормовая кукуруза, они ее не спешат скашивать, скашивают, когда получается. На 14-й хайвей показывает. Turn left on Ohio 14. Хэллоуин скоро. Сколько гарбузів продают. Хризантем. Это осенняя тема. И сок яблочный тоже очень популярный осенью. Ну вот это, конечно, дорога, она очень такая опасная. Ничего не видно в плане поворотов. Есть ли там машины? Нету. Ничего не видно. Надеюсь, что нет. Надеюсь. Смотреть, как говорится. Да, нормально. Нету. Нету машин. Держаться правее, мне Моночка говорит. Market Street. Будем держаться. Из Палестин написано, что 3 миля еще мне ехать. Друзья, не буду долго затягивать этот ролик. Я благодарю за то, что вы со мной проехались. Еще раз благодарю за то, что вы со мной, за то, что заходите на мой канал. Комментируйте, оставляйте лайки.
продолжайте это делать. 2 miles. Turn left on East Rebecca Street. И я к вам вернусь. Всем добра и мира. До новой встречи в Ютубе, друзья. Всем пока. Drive.